В Дагестане участили случаи заболевания корью, сообщает Минздрав. Всего за неделю в Республиканский центр инфекционных болезней поступило с жалобами 27 человек, 5 взрослых и 22 ребенка. Чтобы не допустить дальнейшего распространения, пациентов перевели на самый верхний этаж стационара. Причина, по словам специалистов, в отказе от вакцинации. Специфическая лечение кори не существует. Единственная защита, специфическая защита от кори – это прививка, которая делается год, в годовом возрасте, делается 6 или 7 лет перед поступлением в школу. Как и любое другое заболевание, они опасны осложнениями. Кори осложняется такими осложнениями, как менингит, менингоэнцефалит, может быть, послеколевая пневмония бывает. Поскольку циклит, вид может быть. И у нас бывали, и не у нас встречались осложнения, такие как слепота была у взрослого одного парня, который уже была проблема со зрением. Особенно опасна эта болезнь взрослым, у которых осложнения возникают гораздо чаще. В группе особого риска это беременные. Отметим, что вирус имеет высокую патогенность. Специальных лекарств для борьбы с болезнью не существует. Именно поэтому инфекционисты Дагестана призывают родителей обязательно прививать своих детей.